Консорциум «Жасампас» он создан в марте 2016 года. Создан с целью повышения доли казахстанского содержания в производимой продукции предприятиями легкой промышленности. Об эффективности консорциума может сказать тот факт, что изначально в консорциум вошли 5 предприятий, и менее чем за год количество участников возросло более чем в 2,5 раза. То есть с 5 членов консорциума мы увеличили количество до 12 компаний-участников. Также, говоря о консорциуме «Жасампас», нужно неразрывно говорить об инвестиционной программе, которая была заключена между участниками консорциума. То есть в течение 5 лет, с 2016 года по 2020 год, заключено инвестиционное соглашение, согласно которому члены консорциума должны направить инвестиции в модернизацию и создание новых производств в сумме 6 миллиардов 100 миллионов тенге. При этом увеличение должно идти поэтапное казахстанского содержания в продукции от, по некоторым позициям от нуля, как было в качестве основы был взят базовый 2015 год. И вот в 2015 году по многим позициям казахстанское содержание в принципе отсутствовало, было на уровне нуля. К концу 2020 года мы должны увеличить это казахстанское содержание до 95%. Допустим, в 2016 году консорциум должен был инвестировать свыше 2 миллиардов 300 миллионов тенге, и эти обязательства они исполнены в полном объеме в настоящее время. И доля кассодержания средневзвешенная, она доведена до 47 практически процентов, 46,7%. По некоторым позициям доля кассодержания доведена даже до 100%, уже по итогам первого года работы. Мы считаем, что вот это инвестиционное соглашение, его полное исполнение, оно позволит модернизировать производственные мощности предприятий, позволит повысить производительность труда, качество продукции производимой и в конечном итоге позволит наполнить как внутренний рынок, так и выйти на внешние рынки отечественным предприятиям с товарами народного потребления именно с практически 100% казахстанским содержанием.